Всем привет! С вами Русалина, и вы на видеоканале, посвященном лепке из полимерной глины. В сегодняшнем мастер-классе я расскажу вам о том, как можно своими руками создать интересную заколку с цветами лотоса. Мы будем составлять объемный цветок, лепестки которого будет с красивым переходом цвета от светло-салатового к ярко-малиновому оттенку. Итак, для работы нам понадобится полимерная глина белого цвета, желтого, салатового, темно-коричневого, бордового и зеленого цвета. Акриловая скалка или паста-машина. Молд с текстурой прожилок. Заготовка под заколку. Проволока диаметром 0,5 мм. Круглогубцы. Лезвие или скальпель. Стек с шариком. И стек с иголочкой или зубочистка. Итак, делаем трость с плавным переходом цвета. Обратите внимание на пропорции пластика, то есть бордового и салатового в два раза меньше, чем белого. Укладываем по диагонали оттенки в единый пласт и с помощью скалки или пастомашины делаем ленту с плавным переходом цвета. Полученную тонкую ленту разрезаем на одинаковые полоски, ширина которых примерно от 7 мм до сантиметра у меня. Укладываем полосочки друг на друга в шахматном порядке. Должны получиться неровные полосы, то есть переходом цвета. Окончание нашей стопочки мы срезаем и ужимаем трость, делаем ее прямоугольной формы. Разрезаем снова на две части и соединяем эти части в единую трость. Следим за тем, чтобы рисунок не смещался. Раскатываем нашу трость до диаметра примерно в 1 сантиметр. Можно уменьшить 0,7 см. И со стороны бордового цвета пальчиками прищипываем трость, чтобы она в срезе была каплевидной формы. Нарезаем трость на одинаковые срезы, укладываем лепесток на середину левой ладони и стыком шариком вытягиваем и округляем его края. Мы таким образом утончаем лепесток, придаем ему изгиб, то есть он в форме лодочки у нас получается. Обратите внимание, у нас осталось окончание трости, в котором бордовый цвет не так ярко выражен. Это остаточек трости, но я советую вам не откладывать его в сторону, а использовать его для лепестков бутонов, потому что бутоны, как правило, немножечко светлее, чем основной цвет раскрытого цветка. Теперь начинаем собирать цветок. Выбирайте лепестки для первого яруса крупнее. Я укладываю их на рабочую поверхность, так чтобы бордовый цвет смотрел наружу, а салатовый цвет оказался внутри цветка. Обратите внимание, первый ярус состоит из 7 лепестков. Все последующие ярусы также будут состоять из 7 лепестков, и их лепестки укладываются в шахматном порядке. А середина, это где лепестки накладываются друг на друга, всегда должна быть ровной. То есть вы стеком шариком должны ее разгладить. Лепестки третьего ряда тоже будут в количестве 7 штук, только я выбираю уже меньшего размера. И также в шахматном порядке располагаю их внутри нашего цветка. Сердцевину опять сглаживаю. А вот лепестки третьего ряда, они будут самые маленькие, они будут смотреть вверх, и их будет всего лишь 5 штук. Для формирования сердцевины цветка нам понадобится полимерная глина желтого цвета. Мы формируем из нее небольшой шарик.
Затем подготавливаем тонкий пласт желтой глины с помощью скалочки. Отрезаем от него полосочку. Если край будет рваный, неровный, это даже будет хорошо. Сердцевина будет иметь разные по длине тычинки. Нарезаем с одной стороны желтую полоску на множество одинаковых тычинок прямоугольных. И вокруг нашего шарика мы оборачиваем импровизированные тычинки. Размещаем сердцевину внутри цветка. Иголочкой или зубочисткой сначала распушаем наши тычинки, а затем делаем рыхлой саму середину цветка. И тычинки направляем в разные стороны. Одни будут вовнутрь загнуты, другие будут смотреть вверх, третьи изогнуты в обратную сторону. Для формирования бутонов нам понадобится проволочный каркас. Для этого мы отрезаем 7 см проволоки диаметром 0,5 мм. На одном конце проволоки делаем круглогубцами петельку и сплющиваем ее. Теперь на эту петельку мы налепливаем бордовую пластику в виде капельки. И вокруг этой капельки мы оборачиваем сначала 3 лепестка. Они идут нахлёст друг на друга и формируют закрытый бутон. И затем сверху мы присоединяем еще 3 лепестка. Таких бутонов нужно будет сделать 5 штук. Теперь из полимерной глины темно-коричневого цвета мы формируем небольшую продолговатую капельку и оборачиваем ее вокруг петельки проволочной основы. Делаем удлиненную форму камыша. И иголочкой или зубочисткой взрыхляем поверхность камыша, чтобы она была рыхлой. Таких камышей нам нужно сделать 4-5 штук. Бутонов 4-5 штук и 2 цветка лотоса. Листья готовим следующим образом. Подготавливаем пласт зеленой глины толщиной в 3 мм. Накладываем на его поверхность бумажные эскизы листьев, прикатываем их и скальпелем вырезаем согласно их контуров заготовочки. Теперь берем молд с прожилками. У меня это самодельный молд. Я его смачиваю влажной салфеткой, накладываю на его поверхность листик, вырезанный из зеленой глины, и прижимаю пальцем к текстурной поверхности. У нас отпечатался лист на пластике. Теперь я делаю неровные окончания скальпелем по краям наших листочков. Нужно будет подготовить основу металлической площадки нашей заколки. Просто накрыть ее небольшой полоской зеленой глины. И уже на эту зеленую глину нужно будет прикрепить листочки. Сверху на листочки мы насаживаем цветы. Прям сердцевину продавливаю к основанию, чтобы они скрепились хорошо. Бутону нужно будет стебли сделать. Для этого возьмите зеленый шарик небольшой полимерной глины, нанизайте его на проволоку, придвиньте к основанию бутона и пальчиком утончите и растяните по всей длине нашей проволоки. Бутончики разместите на поверхности нашей заколочки. А вот с камышами дела обстоят так. Из стержня сделайте петельку, заполните петельку небольшим шариком зелено-полимерной глины и вместе с этим шариком под цветком разместите все камыши. Хорошенько прижмите пластик к поверхности листочков, чтобы он крепко держался. Вот
такая вот заколочка у нас получилась. Смотрите, чтобы все элементы плотно и надежно держались. Вот вид сзади. И ставим нашу заготовку на обжиг. После обжига нужно декорировать обратную сторону. Берем зеленую полимерную глину, делаем из нее тонкую полоску согласно ширине нашей металлической основы. Обильно промазываем гелем металлическую основу и ее бока, накладываем пласт зеленой глины и прикатываем его моделирующим стеком. Когда у нас все будет сглажено, все стороны, отправляем в духовой шкаф на последний обжиг нашей изделия. После обжига по желанию можно покрыть изделие лаком, можно сделать тонировку акриловой краской края листьев, можно сделать из эпоксидной смолы капельки росы. В общем, дальше все по вашему усмотрению. Ну а с вами была Русалина, и до новых встреч. Всем пока!